И всем доброе утро. Обычно у Елены очень красиво выглядят волосы. Такой получился очень красивый цвет. Сегодня что мы сделаем? Мы выкрасим корни, мы затонируем, сделаем цвет такой более благородный, придадим блеска волосам, ну и подкорректируем нашу стрижку, наша любимая умная кора. Итак, начинаем. К концу. Смотрим, что у нас получилось. Мы затонировали основную длину, закрасили корни, сделали волос более блестящим тонировкой. Плюс тонировка, она делает еще как бы плотнее сам волос на концах, так как Елена у нас после отдыха, волос был тонкий на концах, сейчас он более плотнее. Плюс освежили стрижку, простригли ее. Вуаля. Ну как? Спасибо большое. Спасибо большое мастеру Наталье. Для меня это очень хорошее решение. Завершить отпуск, по-моему, освежилась и готова к трудовому будню. Спасибо. Супер. Приходите еще. Freedom Guide, your family group.